Замечательным вкладом Ярошенко в русскую живопись стал цикл картин, посвященный передовой русской молодежи, разночинному революционному студенчеству. Художника волновала судьба молодого поколения, жившего в эту переломную эпоху. Нужно было хорошо знать молодежь, ее чаяния и надежды, чтобы с таким глубоким обобщением запечатлеть ее нравственный мир и высокие идеалы. Ярошенковская курсистка, юная, обаятельная, стала не меньшим откровением, чем кочегар и заключенная. Девушка лет 15-16, гимназистка или юная студентка, бежит с книжкой под мышкой, на курсы или на уроки, писал об этой картине Успенский. И вот художник выбирает из всей этой толпы, бегущих с книжками, одну самую ординарную, обыкновенную фигуру, обставленную самыми ординарными аксессуарами простого платья, пледа, мужской шапочки, подстриженных волос, тонко подмечает и передает нам, зрителю, публике, самое главное, самое важное. Это главное – чисто женские девичьи черты лица, проникнутые на картине, если можно так выразиться, присутствием юношеской светлой мысли. И это присутствие человеческой мысли, продолжал Успенский, сразу освещало, осмысливало и шапочку, и плед, и книжку, и превращало в новый, народившийся, небывалый и светлый образ человеческий. Курсистка Ярошенко стала первым в русском искусстве изображением учащейся женщины. Тяга женщин к образованию и самостоятельности в ту эпоху была чрезвычайно высока, поэтому картина Ярошенко была особенно созвучна времени. В облике молоденькой курсистки художник подчеркнул скромность и вместе с тем чувство собственного достоинства. Несмотря на традиционную для Ярошенко однофигурную композицию, картина очень динамична. Лицо, руки героини, ее стремительная легкая походка – все в движении. Юная девушка спешит на занятия. Бытовые подробности жизни города опущены. Улица безлюдна. Зритель видит только плиты грязного тротуара, мокрые стены домов, да сырой туман, заполнивший улицу. По контрасту со всем окружающим, курсистка кажется особенно трогательной и чистой. Она привлекает зрителя юношеской уверенностью и целеустремленностью. В изображенном на картине персонаже Владимир Парудоминский видел отражение одновременно нескольких реальных женщин. Марии Невротиной, супруги художника, учащейся первого набора бестужевских курсов. Приятельницы художника, общественной деятельницы Надежды Стасовой, сестры музыкального критика Владимира Стасова. Жены брата Ярошенко Василия, юристки по образованию Елизаветы Шлиттер, окончившей Бернский университет. И в первую очередь Анны Дитерихс, которую он считал прототипом героини картины. По мнению Парудоминского, художник, работая над картиной, постепенно устранял портретное сходство своей героини с Дитерихс, совершая трансформацию прототипа в тип. Парудоминский отмечал, что современники, знакомые с Анной Чертковой, не узнавали ее изображение на картине «Курсистка». Он считал, что курсистка для художника – тема личная и одновременно тема большого общественного значения, важная часть современной жизни. То, что прототипом стала близкая знакомая художника, по его мнению, показывает значение личного начала в картине.
Постоянная угроза в начале 1880-х годов закрытия высших женских учебных заведений придавала картине общественное значение.